болезненное состояние российских репертуарных театров и московских во главе всей этой темы, оно разнообразно, но имеет под собой эту страшную перспективу из одной подоплеки. Это везде творчество уходит на второй план, а возникают битвы, обиды, сомнения и так далее, и так далее. Это ужасно. Это ужасно. И я думаю, что к чести нашего коллектива и к чести вновь пришедшего руководства ничего подобного у нас не будет. Это все не просто то, что у нас происходит по линии организации следующей жизни. Но тем не менее, чем это менее просто, тем больше лежит на этих компонентов театра сатиры. Сережа, Петя, это директор, значит, и так далее. Но то, что он сказал, это очень важно и правильно. Вот. А обещать, что обещать? Обещать надо одно. Сегодня нужно, зажмурившись, заниматься творчеством, потому что всем остальным мы заниматься не можем, потому что не знаем, не умеем и не можем на это тратить время. Надо заниматься творчеством. В этом плане Сережа совершенно трудоголик, и я надеюсь, что мы взорвем. Взорвем.